лучшие яркие творческие номера танцевальных, вокальных и цирковых коллективов показали в Ивантеевке в Центре культуры и искусств имени Кекушева. Праздничный концерт «От всей души» был посвящен Международному женскому дню. На мероприятии зрители смогли насладиться разным репертуаром коллективов, песнями о любви и женской смекалке, а также выступлением самых маленьких артистов детской эстрадной студии «Улыбка». Подготовили три номера, так как у меня коллектив большой. Младшая группа исполняет танец «Курятник». Средний исполняет номер «Вести с полей», это «Подсолнышки». И старшие у меня прекрасные мои дамы исполняют номер «На грани», который стал лауреатом первой степени и взял дважды гран-при. Новый номер. На концерте артисты клуба акробатического рок-н-ролла «Позитив» особенно удивили зрителей. Они показали спортивные танцевальные номера. Команда делает различные перевороты, делает кусочки, хореография, танцы, немного акробатики. Пара, то есть мы делаем разные трюки и, конечно же, танец. Также своими радостными песнями и традиционными костюмами порадовала студия народного пения «Вишня». И мы выступали с песнями радостными, веселыми. Ванька про Ваньку Цыгана и песня «Сотничек» с интересными шутливыми нотами и словами. У нас в коллективе есть единый образ женщины-красавицы в красивом платье, в длинном, в пол, и мы символизируем такой образ женственности. На праздничном концерте не только зрители зарядились позитивной атмосферой, но и артисты получили массу положительных эмоций. Мне очень нравится такая атмосфера, когда на тебя все смотрят и любуются. Алина Рогожина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа.